Всем привет! Поздравляю всех с прошедшими праздниками. И сейчас, наконец-то, я буду делать розыгрыш долгожданных призов. Сегодня у нас просто невероятное количество зарегистрированных участников. Я сейчас скажу, сколько. 97 282 человека. Поэтому, если кто-то не выиграет, а таких будет много, потому что призов у нас всего лишь 10, пожалуйста, не расстраивайтесь и радуйтесь за тех, кто выиграл. Решите, что им нужнее. Я надеюсь, что выиграют очень хорошие люди. Так, я буду делать следующим образом. У меня тут открыт random.org. Начинается у нас вот с 4-го человека. 97 282. И тут на random.org все честно. У нас вообще все очень честно. Вот тут телевизор, можете смотреть. Я буду 4. Просто... Нет, сначала я сделаю лучше так. Сначала я буду выбирать приз, который мы будем разыгрывать. У нас всего 10 призов, и у меня тут есть небольшой списочек. Я сначала буду разыгрывать, какой будет приз. Итак, 1-10. Приз под номером 3. Это у нас LG G3S золотого цвета. И он идет 97 282. Точно? Ох, так, человеку под номером 39 767. Так. Все правильно? Нет, это не то. Да, все правильно. Это Вася Совляк из Ужгорода, у которого имейл начинается на вот Совляк. Итак, со всеми победителями свяжутся по имейлу, который вы указывали при регистрации, в течение, ну, до недели, ну, в течение 3 дней. Пожалуйста, ждите там, рефрешьте страничку. Итак, Вася, я тебя поздравляю, мне кажется, это LG G3S золотого цвета, который я сейчас тут вычеркну, чтобы не забыть его. Ты выиграл, честно. Так. Дальше. Да-да-да. Приз на номер 2. Это тоже G3S золотой. Достается человеку под номером 35 307. Чтоб тройки пошли. Так. Максим из Кривого Рога, вот с таким вот имейлом DSIC9. Это начало, это дальше все не показываю. Ты выиграл такой телефон, я тебя поздравляю. Thank you. 2 тоже вычеркиваем. Итак, следующий приз. Под номером 7 это телевизор. Телевизор LG 42 дюйма. Александр, не знаю фамилию, Демидовка, вот с таким вот имейлом Кавис. Поздравляю, Александр. Ты выиграл телевизор. Это невероятно. Так, дальше. Все правильно делаем. Это волнительно. Я очень волнуюсь всегда, когда это все было правильно, чтобы я ничего не перепутала, потому что такие числа сложные. Итак. Приз под номером 6.
Это камера Nikon 1S2. Вот такая камера достается. Это Олег Масленников. Масленников, наверное. Из Запорожья, олег.м. Такой имейл. Я тебя поздравляю. Ты выиграл камеру. Дальше. Приз под номером 1, это у нас LG G3 на 32 гигабайта. Выиграл чек под номером 7663. Сейчас мы посмотрим, кто это человек. Так, это Виктор Карпенко из Киева. О, классно, может быть, я даже сама вручу этот приз, не знаю. Так, Виктор Карпенко из Карпер, или Карпен, не знаю. Ну, наверное, Карпен, у тебя начинается имейл, я тебя поздравляю, это круто. Так, дальше. Приз под номером 4, это планшет G-Pad 8.0 с GSM-модулем. Так, выигрывает. 16808. Наталья Аксюта из Киева. Наталис. Начинается у тебя имейл. Я тебя поздравляю, тезка. Поздравляю. Класс. Так. Вычеркиваем номер 4. Дальше. Еще раз. Приз номер 7 у нас уже был. Номер 5. Это такой же планшет G-Pad 8.0. Так, достается чеку под номером 45597. Это Валерия из Полог. Вот так начинается Чернис, наверное, там имейл у тебя. Я тебя поздравляю. Девочки пошли. Класс. Так, и еще у нас осталось 3 приза. Под номером 8, 9 и 10. Итак, кофеварка Тассимо. Достается 51673. Игорь Варивода из Ивано-Франковска. Вот так у тебя начинается имейл, я тебя поздравляю, жди письма. Кофеварка. Так. Кофе будет пить, но... Так. И стиральная машина Индезит. Достается 10596.
Это Вадим Димитров из Киева. Вот так начинается имейл. Непонятно, Димитро. Ну, я думаю, ты понимаешь, что речь о тебе. А, так радуются сейчас люди, наверное, кто выиграл. Так, и последнее, что у нас осталось, это у нас пылесос Electrolux. Номер 58152. Это Антон. Просто Антон из Ровно. Итак, у него непонятно какой-то имейл совершенно. А номер телефона? А, не, имейл какой-то там чисельный, наверное, да? Какой-то вот такой имейл. Ладно, хорошо, номер телефона 050 и дальше 031. В общем, просто Антон. Ты выиграл, что там он выиграл? Стиральную машину. Ой, то есть пылесос, конечно же, Антон, ты получаешь, разволновалась. Я вас всех поздравляю, пожалуйста, не расстраивайтесь, если вы не выиграли. Пишите хорошие комментарии, а других не пишите. Мы еще, у нас будет очень много конкурсов, и даже, наверное, в феврале будет просто супер классный конкурс с очень крутыми призами, не хуже, чем эти. Я вас всех поздравляю, кто выиграл. Еще раз с праздниками. Всем пока. I could be a regular bell. I'd ask you dance for little Steven and Johanna.